Привет всем! Вы на канале Позитивный огород, и сегодня мне хотелось бы рассказать вам про вот такой достаточно интересный по окраске темно-коричнево-красный перец сладкий мавр. Такую окраску он у нас приобретает в биологической спелости, а в технической спелости он у нас привычный такой темно-зеленой окраски. Этот перчик у нас раннеспелый для открытого грунта и пленочных укрытий. Но, в принципе, его также и в теплице можно выращивать. Он у нас среднерослый, то есть где-то 55-60 сантиметров в высоту. То есть достаточно такой невысокий. И плоды у него где-то 100-110 граммов. А толщина стенки 8-10 миллиметров. Данный перчик у нас тупоконечный, плоды у него такие вот продолговатые, но в принципе именно такой окраски перцы также бывают и кубовидные, то есть можно повыбирать. Он у нас неприхотливый и в принципе достаточно легкий и транспортабельный. Поэтому всех, кого заинтересовал именно такой перчик, выбирайте, приобретайте и, конечно же, высаживайте его на рассаду. Ну а всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости и пока-пока, до новых встреч, шикарного вам урожая!